так уж и смертельно. А вот теперь Йокерит выходит вперед. Филипп Хорн, бросок от синей линии. Тоже, кстати говоря, бросок-то издалека, с кистей. Но вот видите, этот бросок достигает своей цели. Филипп Хорн. Хольм 2-0. И опять стрельба от синей линии. И вроде бы прямой бросок. Могло показаться, что это все в зоне видимости Олки Норы. Но сейчас убеждается в том, что очень сложно было парировать эту шайбу Юха. Но скоро должен показаться Мэтт Робинсон. Хольм. Гол! Бьернинен выигрывает вбрасывание. Хольм шайбу принимает, как вонзил. Итак, четвертая тройка нападения. Ну и вот и шайба в воротах. Филипп Хольм снова выводит Йокерит вперед. 4-3. А вот это может быть опасно. Очень опасно. Бросок, гол! Ну что же, с днем рождения, мистер Хольм!